Yeah, we sound annoying. Oh, woo! The yellow people, hey! Отлично! Я здесь, я там, эй! Так вот, друзья, на самом деле хочу сказать серьезную вещь. Я надеюсь, что вы все уже поставили под обаяние семьи Лавриновичей, поскольку это действительно уникальные люди, да, вот мы и на примере Наташи, это видите, на примере ее замечательной семьи. Это не просто умницы, красавицы и умники, и красавцы, но и очень добрые, радушные люди, которые хотят поделиться своим теплом и сладостью своей стороны. Сейчас чуть подробнее разбросать Тамара Александровна. Новоиспеченные родственники и прочие товарищи, я понимаю, конечно, что я вам уже сегодня интересно поднадоела. Но прошу немножечко внимания. Я вот задумалась над таким вопросом. Жили мы были, жили не то жили в едином Советском Союзе. И тут бах, бух, бах, таможни, мульта и прочие визы, через которые мы должны переехать, преодолеть, чтобы вот добраться до любимой дочери на свадьбу. И последней точкой шоковой терапии была, конечно, регистрация в ЗАГСе для иностранцев. Да, вы, конечно, знаете, откуда мы прибыли. Товарищи тут спорили, мы изредили Гилгамы. По вашим российским меркам это плюс 45 километров, извините. Это почти что одно и то же. Я живу с нашей семьей на родине нашей невесты Наташи, недалеко от Юрмалы. Может, знаете, ежегодно проводят там фестиваль, организуемый вашим.